Шановні друзі, ми продовжимо програму «Новий день». І отже, я вам нагадую, що сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби проти сказу. Наскільки це актуальний день для миколаївців? Поговоримо із нашим гостем. До нас завітав ветеринарний лікар Дмитро Шаловінський. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Дуже серйозний лікар. Ні, вміє посміхатися, але сьогодні ми говоримо на серйозну тему, правда? Да, наскільки це серйозна тема? Актуальна для всього світу тема і, власне, для нашої області, для миколаївців. Ну, скажімо так, в Миколаєві статистику я не зможу вам озвучити, тому що я її не веду, але случаи є, вони время від времени себе проявляють довольно-таки. Є укуси, ну, як обычно, бродячих животних, дітей кусають і все остальное. Соответственно, родители бояться. Тобто сразу, сразу вопросы, сразу, а как, а что делать, что, первое дело, что сделать в этом случае. Я думаю, что если оголосили цей день на рівні всесвітньому, то ну, дело в том, что на увагу. Бешенство по всему миру очень актуальная тема. Почему? Потому что их две фазы есть. Есть охотничья фаза, есть домашняя фаза, то есть то, что можно заработать бешенство в лесу от лис, волков, от диких зверей, и та фаза, которую можно заработать дома, то есть даже сельхозживотные, КРС, все к нему предрасположены. Тобто немає такої групи ризику, що мисливські собаки, вони більше такі, ну, схильні. Зона ризика є там, де є тварини, животне. По-любому, заработати какое-то заболевание, бешенство, глисну інвазію, грибкові заболевания, оно є. Перво-наперво, якщо вас укусила собака, надо смыть надо помыть хорошо, если это место укуса, рука, например, значит, руки. Потом обработать перекисью, обязательно. Потом уже обратиться в первый же травмпункт, потому что там уже хирург поставит метод лечения, или стоит вас вакцинировать, иммунизировать, не стоит иммунизировать, делать сыворотки. То есть там еще есть схемы инъекций, которые противостолбнячные, против бешенства. То есть есть определенная, ну, скажем там, степень лечения. А скажите, пожалуйста, давайте по черзі на всі запитання, такі важливі, будемо відповідати. Як тварина і людина може заразитися цією хворобою? Якими шляхами? В основному тільки через укус, через передачу слюни. Якщо собака бігла, чхнула поруч. Если есть рана, попала просто слюна, все, пожалуйста. Так, будьмо обережними и да, уважными. Ну, если брать это сельхозформат, там еще есть вариант мяса. Там уже другое, там тоже делается, почему обязательно ветеринарный контроль делается мясо на всех рынках. Потому что бешенство – это такое дело, что, я же говорю, значит, везде нужно контролировать, начиная от сельхозлиний, заканчивая даже вот банально, просто чихнуло, укусило животное, и надо сразу обращаться к врачу. А если пошкрябало? Советую обратиться. Просто посмотреть. Есть первичные признаки, там три стадии течение этого заболевания, у него инкубационный период может доходить до года. От месяца до двух месяцев и может даже в некоторых случаях доходить до года. Инкубационный период. Тобто людина може або тварина бути носієм і ніхто не буде підозрювати такий момент. Первую помощь, которую нужно и можно дать, ее надо дать в первые 14 дней человеку. То есть в первые 14 дней, если правильно сделать контроль над тем укушенным животным, то животное, которое укусило или там травмировало человека,
Его надо взять обязательно под контроль, под ветеринарный контроль, под, ну, не знаю, наши медичный службы, наш, контроль. Да, под медицинский контроль. Есть такие форматы, когда животные сразу погибают. От в этом случае обязательно надо взять в любой, обратиться в ветеринарную клинику, чтобы они отобрали анализы і направили в лабораторію на дослідження. Що повинно насторожити людину, якщо вкусила собака, а господар говорить, та це домашня собака, нічого, вона у нас там все життя тут бігає. Активне слюновиділення, агресивність, все це, любое, ну скажімо так, собака не може просто так укусити. Есть, есть какая-то причина. Это или психологическое состояние животного, или все-таки оно инфицировано бешенством. Если бегла просто и цапнула, то это уже след просто да. Бегти. Сейчас очень часто есть формат такого вопроса, как стерилизация и вакцинация сразу животных. Я немножко не согласен, потому что когда делают стерилизацию, они однозначно используют антибиотики, потом делают вакцинацию. Тут формат вакцинации и стерилизации одновременно, как они проходят в этих пунктах передержки, я не знаю. Ну, во всяком случае, так, чтобы сразу прооперировали, думаю, и выпустили, сомневаюсь. Но однозначно оно после последнего укола антибиотика вакцинацию можно сделать через 14 дней. И опять же, животное желательно, чтобы было обработано против глистной инвазии. А скажите, пожалуйста, якщо зробили такую инъекцию, прививку, це вже 100%, що тварина не захворіє і не буде носієм інфекції? Ну, скажем так, 95% это так. 95% да. Единственное, что по всему миру не наблюдалось бешенства по статистике, только в Австралии. Вот смешно. В Африке на год, это я так просматривал перед тем, как на программу идти, на год где-то до 50 человек умирает от бешенства. В России 17 человек. Тобто це смертельна хвороба. Это смертельне заболевание. Дуже ну, важливо. Так сразу скептически на это бояться этого не надо. Случилось, сразу взять себя в руки с положительными эмоциями, с этим всем, потому что, честно говорю, я сам прошел через... У меня был случай такой, что меня укусил кот. Скажений? Нет, к сожалению. Нет, точнее, не к сожалению, к счастью, что нет. Просто был случай. Ну, я сам... тоже отправлял анализы, сам исследовал. Ну, довольно-таки было страшно. Страшно, так. Страшно. Потому что в течение 30 дней себя промеряешь, меришь температуру, поведение. Первые четыре дня, это, как правило, такое состояние мигрени может проявляться. Потом начинается... С 4 по 14 день это уже начинается состояние агрессии, слюны. Третий период это уже тогда, когда просто человек задыхается. Ничего себе. А профилактика? Укусило животное, пошли помыли руки, повторяюсь, обработали перекисью, в травмпункт до хирурга, сразу. Або животное до ветврача. Уникати контакту з небезпечними тваринами. Дякую, Дмитре. Вдалого вам продовження дня, легкого понеділка. Дуже корисні поради. Я сподіваюся, що ви, шановні друзі, до них дослухаєтеся і візьмете їх до уваги. Ми прощаємося з вами в рамках програми «Новий день». До наступних зустрічей в ефірі вже завтра.